Раз, 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 раз. Эй! Ну что, ребятки, всем привет, с вами Дава. И, как вы можете заметить, у меня здесь стоит бокс Sibera Black. Это относительно новый продукт от компании Sibera, который крепкий. Именно крепкий, именно тяжелый, именно тот, который ты куришь и понимаешь, что нет, меня уже сильно накурило. Примерно вот так вот. Сейчас мы о нем поговорим, но перед этим, чтобы удержать аудиторию и перегнать трафик, я вам скажу так. Этот бокс мы разыгрываем в моем телеграм-канале. Ссылочка на него уже в описании. Если ты это слышишь, значит, конкурс уже идет. И давайте его разберем, посмотрим, что внутри. И я вам уже детальненько расскажу про сам продукт Sibera Black. Почему? Потому что я был на двух презентациях, и это, наверное, идеальный вариант познакомиться с продуктом, чтобы не прокуривать его дома и оставить этот бокс не вскрытым. И ты его получишь прям целенький-целенький. Каждая баночка будет запечатана. Только для тебя ты сам ее вскроешь. Первое, что нам бросается в глаза, это две брошюрки. О них мы поговорим попозже. Давайте поговорим про сам бокс. Что в нем супер особенно? Это, наверное, вот такая вот рабочая доска, на которой ты будешь работать, либо она будет у тебя стоять дома, где ты будешь на ней забивать, поэтому это очень круто. Ну и, конечно же, 9 вкусов Sibera Black. О них мы сейчас, собственно, и поговорим. Да, в них, в принципе, то же самое, что и в классической линейке, но это Black. А теперь вернемся к брошюркам. Давайте, собственно, их прочитаем. Sibera Black. Многогранный и натуральный вкус, являющийся визитной карточкой Sibera. Бережно воссозданный флейвористами в новом формате крепости. Новый уровень натуральной крепости, идеальный баланс органики и ароматики. Новый актуальный формат упаковки. Что касается бленда, почему Sibera стал таким крепким? Сигарный лист 15%. Да, это тренд конца лета, когда многие производители становятся фанатиками сигарного листа, потому что сигарный лист захватил рынок, и те бренды, которые изначально стартовали с сигарным листом, создали новый культ. Вирджиния 40% и Берли 45%. Вот так вот это все у нас и воссоздалось, как Sibera Black. Что у нас по вкусам? По вкусам у нас все здесь максимально просто. Это клубника, манго-йогурт. Кстати, манго-йогурт это просто хедлайнер этого бокса. Я его прокуривал, и это нереально что-то крутое. Это кактус, это чернослив. Кстати, сиберовский чернослив многие оценили и сказали, что это шикарнейший вкус, когда рядом нет базы. Это ревень и черная смородина. Это мой самый любимый вкус в Sibera, что в классической линейке, скорее всего, так и в блэке. Это Herbal Currant. Я о нем всегда говорил и всегда, собственно, хвалил этот вкус. А вишня, дикие ягоды, виноград и рутбир. Рутбир, собственно, тоже многим нравится, но запомните, это вкус чисто на любителя. Теперь о моих ощущениях. Давайте мы сделаем вот так вот. Все, этот бокс уже, в принципе, кем-то выигранный, да? Все, мы его убираем. И осталось только определить победителя. Как же он курится? Прокуривая на дегустациях, общаясь с амбассадорами, первое впечатление о продукте было... Что за пиздец? Как это можно нахуй курить? Это очень крепко. Но по истечению 5 минут курения другими людьми, вот это вот
знаете, супер-искусственная крепость, она немного утихомирилась, и мы получили довольно-таки хороший продукт на выходе, именно на выходе нормального курения. То есть первые 5 минут, да, это обычно прокуривает кальянщик, либо ты немного так его прокуриваешь, а потом уже нормализуется хорошее, правильное курение. По крепости все прям очень-очень сильно. Фанатикам нереально супер крепкого, которое дает по шарам, зайдет однозначно. Из негативных моментов это, скорее всего, некоторые вкусы плохо легли на, вот так сказать, эти 15% сигарного листа. Как такой табачки сильно во вкусе я не прочувствовал. Курица, в принципе, все равномерно, аромка на первом плане, но из-за вот этих 15% сигарного листа все очень-очень натянуто. То есть реально приходится что-то выискивать, и только уже потом ты начинаешь понимать, что ага, вот как это надо курить. Алло, мам, давайте я вам перезвоню, я снимаю. Хорошо. Ага, хорошо. Давайте. Я даже сейчас тебе это рассказываю и представляю, как это было крепко, когда я это прокуривал. Поэтому лично я считаю, что Sierra Black быть, и возможно за счет своей крепости табак выбьется из общей массы той продукции, в которой она сейчас находится. Потому что Sierra, не будем пиздеть, они потерялись в общей массе продукции, грубо говоря, их ценовой политики, их общей идеологии, и там очень-очень много продуктов на этой полке, где находится Sierra. Поэтому Sierra Black – это реально их визитная карточка, чтобы пробиться в сегмент покрепче, где намного меньше конкуренции, и там они, наверное, смогут раскрыться полноценно. Ну, а я что хочу тебе сказать? Sierra Black для тех, кто любит покрепче, поэтому немного подготовься, прежде чем его курить, потому что это реально крепко. Ну и, конечно же, заныривай в телеграм-канал МВЧ, ссылочка в описании, потому что конкурс там уже вовсю идет, и твои шансы в нем выиграть очень велики. Поэтому это Дава Дым, это новый продукт Sierra Black с вот таким вот крутейшим боксом. Всем пока-пока.